Завершен первый этап чемпионата России по хоккею с мячом. В центральном матче заключительного тура встретились лидеры первенства Красногорский Зорки и Московская Динамо. От результата этой игры зависел окончательный состав пар в плей-офф. Подробности у Олега Ишуткина. Зорки «Динамо» или команда открытия этого сезона против победителя регулярного первенства. Лучшего заголовка для дерби столичного региона не придумаешь. Хотя и мотивация у соперников оказалась разной. От исхода этой встречи для хозяев определялся соперник по первой стадии плей-офф. Только победа избавляла подмосковный коллектив от сложного противостояния с казанским «Динамо». Всегда приятно занимать места, даже в предварительном этапе намного выше, чем как бы, да. То есть второе место, мы довольны, будем дальше двигаться. Первый тайм особой радости болельщикам Зоркова не принес. За 5 минут до перерыва хозяева уступали со счетом 3-6. Но все изменилось буквально за несколько минут. Хет-трик Алексея Дыровских моментально уравнял шансы команд. Перелом в игре наступил во второй половине матча. Подмосковный клуб сильно прибавил, буквально снося ворота соперников со своего пути. В это время в тренерском штабе динамовцев созрело решение поберечь своих лидеров. Ну какая может мотивация в таких играх? То есть сегодня... Много поиграли те ребята, которые в предыдущих матчах не играли, то есть, знаете, и я думаю, что там не стоит там ругать кого-то из команды, что вот так вот получилось, что 10 мячей пропустили. Знаете, тут, как говорится, не первый раз, и я думаю, не последние такие матчи. Развязка матча наступила за 12 минут до его окончания. Вначале Петр Цыганенко вывел Зорки вперед, а перед самым финальным свистком арбитра Роман Козорин поставил точку в игре. 10-8, победа подмосковного клуба. Олег Ишуткин, Михаил Курганов, Вести Спорт. Таким образом, в четвертьфинале «Зорки» встретятся с «Сипсельмашем». Остальные пары первого раунда плей-офф на ваших экранах. Стартовые матчи назначены на 17 марта. Чемпион.